Одна из мер господдержки – единое детское пособие для семей с низким доходом. Его выплачивают, если среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. В Северной Осетии этот показатель – 12 938 рублей в месяц. Новая мера поддержки объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением либо усыновлением ребенка до достижения 3 лет. Также на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17. Назначаться она будет и беременным женщинам, ставшим на учет в ранние сроки, а также родителям детей до 17 лет. При оформлении применяют комплексную оценку доходов и имущества семьи. От них зависит и размер пособия. Он составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на взрослого или ребенка. Подробная информация о едином пособии есть на сайте Социального фонда России.